буду показывать мои покупки с сайта AliExpress. Так что поехали! Первая вещь, которая мне пришла с этого сайта, это вот такой вот мягкий помпончик. У него тут еще есть ушки. Вот так он выглядит. Вот, здесь есть два крепления. Одно это вот такой вот карабинчик, а другое это колечко. Вот такое кольцо, которое очень-очень плотно держит этот помпончик, этот брелок. Вот. Вот такой брелок. Он стоил очень дешево, вообще где-то 30 гривен. Ну, это нормально, в принципе. И, кстати, один минус этого, два минуса даже этого брелка, то, что мех не настоящий. И второй, это то, что уже вот тут вот краска золотая облазит. Мне кажется, это не очень хорошо, но мне все равно он нравится. Он все равно пушистый и мягкий. Вот. А мы идем дальше. Следующей посылкой была вот такая вот коробочка, которую я уже успела украсить. Но эта коробочка не простая, а внутри лежит супер классная техника, которая мне по душе. Потому что я меломан. Думаю, вы уже поняли, о чем идет речь. Это беспроводной наушник. С ним еще шла зарядка. Она лежит тут. Вот сама зарядка. Провод очень такой коротенький, миниатюрный. Можно сложить в эту коробочку. Вот так. И туда же положить наушник. И закрыть все очень плотно. Я уже его испытала. Наушник работает отлично, без всяких дефектов. Но очень быстро разряжается. На целый день его не хватает. Его хватает на полдня. Вот. Ну, в принципе, это нормально для некоторых людей. Вот такой вот наушник. Прикольный, розовый. Там было много выбора. Черный был, белый, красный, синий и розовый. Я выбрала розовый под цвет телефона, потому что телефон у меня вот тут розовый. И сама крышка. Сейчас я вам покажу. Сама крышка тоже, она вот такая вот розовая. Поэтому под цвет телефона я захотела розовый наушник. Как бы я же с телефона слушаю музыку, поэтому и розовый наушник. А мы идем дальше. Я подумала то, что этот брелочек нужно куда-то же прицепить, не на сумку, не на какую-то, а на прикольный портфель. Мини-портфель. Он тоже розового цвета, потому что также под цвет телефона, под цвет наушника. И мне показалось то, что такой вот мятный или какой-то цвет, я не знаю, возможно, это зеленый. Там было написано green, может, это зеленый. Но мне кажется, все-таки это такой мятный. Вот. Мне показалось сочетание очень прикольное. Но мне не очень нравится это сочетание, но все же очень-очень прикольно так смотрится. Портфель из кожзама. Он такой гладенький, глянцевый немножечко. Тут есть петелька, на которую можно повесить на крючок этот портфель. Очень удобно, кстати. Здесь также можно регулировать под свой размер ручки, вот эти вот лямки, или как это называется. Здесь также есть какая-то эмблема. Прикольная, кстати, очень она такая металлическая, железная, короче. Также здесь есть вот такие вот замки. Тут есть маленький кармашек, в котором, кстати, лежит еще один товар, который я заказала на AliExpress. Давайте потом покажу его я. Тут есть такой карман. Маленький, в который, кстати, очень хорошо помещается наушник вместе с вот этой коробочкой. Вот, телефон, к сожалению, сюда не помещается, я уже пробовала.
Также здесь есть большой карман. Кстати, очень вместительный. Вот. Там уже лежит что-то. Я его уже выгуливала. А в этом кармане в большом есть также маленькое отделение вот такое. Вот. Тоже такой кармашек. Внутренняя ткань, она не очень качественная. Она как клеенка какая-то. Но мне кажется, для цены 185 гривен очень даже вполне нормально. Вот, но мы идем к следующему товару. Он очень маленький и стоил 15 гривен. Это вот такой вот браслет Совушка, который мне очень показался милым. К сожалению, зимой я его никуда не буду носить, а вот летом, если мы куда-то будем ехать на море или же в город отправимся, в какое-нибудь кафе, я надеюсь, то я его одену, возьму с собой этот портфельчик, надену этот помпончик, возьму с собой наушничек, хотя зачем в городе наушник, но на всякий случай тоже можно взять. Вот. И будет очень прикольно. Браслет, вот тут вот совушка сама сделана из такого тонкого-тонкого металла. Вот, очень тонкий металл. Тут есть, также можно регулировать по вот этой вот штучке, как вы видите, да, такая тоже металлическая. Здесь такой бархатистый такой материал какой-то, я даже не знаю, в общем, очень бархатистый такой. Там был также выбор цвета, он был голубой, черный, как вы видите, вот, красный, белый, и, кажется, все, розового там не было. Я выбрала черный, потому что, мне кажется, как бы, ну, кожа телесная, если бы я выбрала белый, но оно бы не очень смотрелось, а так, видите, оно выделяется, как будто что-то реально есть на руке. Ну а если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки, писать в комментарии и подписываться на наш канал. А с вами я прощаюсь, всем пока, до новых встреч!